Причина радости. Насреддин поселился по соседству с важным эмиром. А у этого эмира была странность. Вечером, приходя домой, он еще внизу издавал радостный крик, похожий на рев. Затем поднимался выше и вновь радостно кричал. Потом поднимался на верхний этаж, откуда слышался крик еще более восторженный. Так продолжалось несколько вечеров подряд. Насреддин слушал, слушал и решил узнать, в чем дело. Вот однажды, набравшись храбрости, он подошел на улице прямо к эмиру, представился как сосед, а потом спросил, почему по вечерам он так громко кричит. Эмир был человек добрый и благородный, он пригласил Насреддина к себе в дом, чтобы там все объяснить ему. Сначала эмир привел Насреддина в подвал дома, и Насреддин увидел великолепного коня. «Этот конь, — сказал эмир, — был другом и помощником мне во многих сражениях. Он не раз спасал меня от смерти. Я же, как только прихожу домой, первым делом навещаю коня. И как увижу его, не могу удержаться от радостного крика». На первом этаже эмир показал Насреддину богато инкрустированную саблю и произнес: «Эта сабля была со мной во многих сражениях, увенчавшихся замечательными победами, которые принесли мне такое положение и сан. Каждый вечер, когда я взгляну на эту саблю, я вспоминаю дни моей юности, доблести и издаю радостный крик». На втором этаже эмир показал Насреддину свою жену удивительной красоты с лицом, как луна, и произнес: «Моя жена происходит из знатного рода, она очень красива и нет ей равных. Вот как увижу ее, так кричу в третий раз и благодарю Бога за такой дар». «Поздравляю вас с этими тремя бесценными сокровищами», — сказал Насреддин. «А теперь я уверен, что вы, зная, что живете по соседству со мной, будете радостно кричать и в четвертый раз».